Всем привет! Татьяна здесь. Хотела вам небольшое видео сделать. Давно не было на бесплатке. Сегодня я пошла на бесплатку, сделала вам видео, что нам дали. Сразу хочу посмотреть, потому что не смотрела. Ой, пакет. Хотела сказать, что-то рыбой пахнет. Это яблоки. Помните, уже я как-то снимала видео и давали яблоки. Это мороженое яблоки. Это хорошо для компотика. С этого будет компотик. О, сыр дали. Еще у них даже не просрочено. 25 года января. А это дали упаковку куриных ножек замороженных. Замороженные куриные ножки. То есть, кстати, сразу положу в морозильник. А вы полюбуйтесь, это моя перечная мята. Вот эта перечная мята, сколько наросло, я долго ждала, наконец-то срезала ее. У нас на улице так жарко. Ой, то было холодно, прям осень. Жарко, пью водичку с апельсиновым соком, разбавила. Ой, хорошо. Апельсиновый сок холодный. Так, давайте с пакета. Ой, рука болит. Вот такой пакет дали. Тяжелый. Что здесь? Печеньки такие. Крекеры. Это такие злаковые печеньки. Потом вот такой пакетик дали. Да, выше, ниже, как камеру сделать. Вот такой пакетик тут бывает. Ага. Знаете, такие батончики, которые разные. С хлопьями, с шоколадом политые. Злаковые батончики. Потом с орешками. Вот такие вот. И это вот хлопья такие. Это можно на работу брать или так перекусить. То сюда все в пакетик. Так, что у нас еще? Sweet Hickory. Барбекю соус. Он такой сладкий копченый называется. Сладкий копченый. Я всегда смотрю, чтобы срок годности мне увидеть. Чтобы не кушать просроченное. Но они бывают так напечатают, что его даже не видно. В общем, потом, не знаю, найду или нет. Вот такая подливка. Типа как мясная подливка Roasted Turkey. Я не знаю, может быть, это блендером взбитое мясо. Или просто как вкус такой, знаете, индюшки. Это люди обычно поливают на мясо или на картошку, пюре такое. Так, вот такие вот огурчики перемолотые. Так, это все тот пакет. Вот такой ренч, заправка. Вот в магазине можно было сдереть вот этот купончик. И показываешь на кассе, и сразу доллар можно сэкономить. Так, а это до 14 августа. Как раз на мое день рождения просрочилось. Класс! В общем, просроченное, вы понимаете. Что мы просроченное не едим. Вот такие две консервочки. Что это? Тюна. О, тюна такая. Такая вот салмон рыбка. Это форель, по-моему. Тоже филе такое вкусное. Но оно идет такое, как, знаете, тушкой и с косточкой. Но косточка, знаете, довольно такая... Косточка довольно такая мягкая, что можно ее прожевать при желании. И вот пенобаттер, ореховое масло, написано уменьшенный сахар и уменьшенная соль. Это крими такой масляный, можно мазать. Так, дальше что мы имеем? Теперь вот у нас такой целый пакет
хлебушком. Вот такое печенье. Печенье уже было... Так, Unit Price. 29 августа. Это, по-моему, сегодня. Нет. Воскресенье. Это вчера было. Оно уже просрочено. Все, его уже убрали. Его уже продавать не буду, знаете. Вот такой вот хлебушек. Бансы, они такие для хот-догов. И так можно кушать. Хот-дог бансы, да. Вот такие вот бублики с фруктами. Вот. Три штучки. Тоже 30 числа это сегодня. Вот такой вот хлебушек. Хлебушек весь просроченный. Все, что дают, они все дают просроченное. Или, например, вчера было просроченное. Вот такие вот круассанчики. Круассанчики 30 августа. Типа просрочились. Ну, мы не свиньи, поедим. Так что мы это можно кушать. Как раз, может быть, на завтрак. Посмотрим. Вот такие печеньки. Очень люблю эти печеньки. Они прям... Вот такое тесто какое-то необычное. Знаете, прям во рту тает. Это булочки. Sticky pull apart cones. Это они типа написано стик, это как бы липнущее. И вот так вот раздирать, берешь кусок и отрываешь такую помпушку. Она сахарная и с этим. Даже пахнет с корицей и полито сиропом. И вот такие вот донатсы. Apple Crisp Donald 30 числа с яблочками. Такие. Вкуснота такая. Так. Как-то в этот раз, мне кажется, маловато дали. Ну ничего, как говорится, за это спасибо. Вот такие вот хлопья. Разноцветные. Видите, даже вот коробка может быть открытая. В магазине открылась коробка. По каким причинам, не знаю. Упала, поломалась. Кто-то скинул, все, они уже, как говорится, списывают. Вот такие вот хлопья. Это June 325. Это аж до июня. Видите, вот поломалась коробка, и они уже не могут продавать. До 3 июня 2025 года. Хлопья хорошие, но... Ну, они в пакете целлофановом. Но так как они порвались, все, их уже нельзя на полку. Ну, вы понимаете, уже товарного вида нет. Так, вот такие вот соленые крекеры. Видите, тоже коробка помятая, где-то помялась коробка. Они не просроченные, до 12 марта 2025 года. Но уже не товарный вид. Все, уже, как говорится, от них избавляются. Так, о, вау, большой пакован. Написано «Thin Spaghetti», так и пишется «Тоненькие спагетти». Это прям двойная пачка, 2 паунда. Они обычно там паунд или пол паунда, вот такая пол коробки. А тут прям, прямо огромная. Так. Вот такая вот чили with beans, чили с фасолью. Такая вот готовая уже можно, написано ready to eat, готовая есть. Вот так вот открываешь, например, на работу можно брать или дома даже открыл, разогрел. В микроволновке или можно просто на газу, как говорится, поготовить, приготовить. Это у нас есть такой магазин Fairway, но в нашем городе нет, это полчаса езды. Вот такие рожки, видите? Вот такие рожки. Ну, коробка большая, тут сколько? Тут тоже 2 паунда. Это 907 грамм. 2 паунда, 907 грамм. Вот такие вот это кучеряшки. Это такая продукт Витали Фушили Органик Whole Wheat. Это прямо с этого серой муки сделано. И вот такая вот тюна. Такая вот тюна, рыбка. Тоже кто на салат ложит, видите, показывается, что на салат можно ложить. Так, вот такие вот макарошки. Они тут уже идут с приправой, их заливаешь водой. Я не знаю, кипяченой водой или... Ну, просто водой заливаешь на 3 минуты в микроволновку и готово. Люди такое на работу берут. Вот видите, даже микроволновка нарисована. На работу берут, залили, очень удобно. И уже поел.
Вот такая у них идет квашеная капуста. Краут, франкс. Они обычно ее едят с сосисками, на хот-доги. Это такой как бы немецкий стиль. Квашеная капусточка. Так, и уже консервочки. Томатный сок, соус. Это соус для макарон уже готов, как для пасты. Медитерианис, как это? Медитериан это средневосточный, короче, вот. Стиль такой, наверное, с травами. Вот такая вот зеленая стручковая фасолька. Вот такая вот. Ой, я не могу. Груша закатанная. И кукурузка. И спагетти-суп. Вот такая небольшая бесплаточка. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу всегда. И спасибо за просмотр. Пока-пока. А впереди пакет стоять не увидела. Еще изюм дали. Вот такую пачку. Потом я первый раз вижу вот такой вот дробленный этот. Финики вот такие вот дробленные. Можно их, наверное, в кашу ложить и еще. Pieces dry. И пачка муки. И в этой пачке 5 паунтов, это 2 и 260 грамм. 2 килограмма 260 грамм. Вот и все. А теперь точно пока-пока.